Итак, кардиган Элеонор только сегодня по цене премьеры. 2990 рублей, то есть меньше 3000. Завтра он будет стоить почти 4. Зачем? Ну скажите, ответьте мне на простой вопрос. Зачем вам переплачивать 760 рублей? 760 рублей можно чуть-чуть добавить и выбрать, например, юбку. Поэтому не тяните, делайте свой выбор, снимайте трубку, набирайте наш номер 2990 за кардиган Элеонор. Почему наши женщины любят кардиган? Ответ прост. Это комфорт, это красота, это роскошь. И еще, мои дорогие, обратите внимание, насколько может выглядеть эффектно женщина, набрасывая на плечи простой кардиган. Встречайте, кардиган Элеонор. Сегодня в нашей студии завершение любого образа. Люба выбирает сегодня классику жанра, стильная юбка. И обратите внимание, еще под нашим кардиганом есть блузон. Совсем скоро он также появится на нашем экране. Надя, помнишь, ты мне говорила, как ты любишь изделия, у которых есть подплечники? Ведь это скульпторы фигуры. Ох, соглашусь с тобой, да, подплечники делают нас стройнее визуально. И я так подозреваю, что здесь они есть, правда? Внимание, встречайте, мои дорогие. Вот они, модельеры и скульпторы женской фигуры. О чем мечтает каждая женщина? Конечно же, об идеальной фигуре. Именно подплечники говорят о том, что этот кардиган сядет идеально, и у него всегда будет идеальная форма. Обратите внимание, вам не нужно тратить деньги на покупку и ателье для того, чтобы их пришить. Они здесь уже есть. Давайте посмотрим, все-таки он необычный. Что за ткань? Вот я чувствую сейчас, ощущаю, что она достаточно плотная, но тонкая, не громоздкая. Я почему боюсь брать кардиганы? Вы, милые дамы, вспомните, одеваешь иногда вязаный кардиган на себя, смотришь в зеркало, понимаешь, что такая тучка просто вот пушистая, а хочется быть элегантной. Конечно, стройной. Надя, и ты права, ведь так важно, когда изделие шито из высококачественной ткани. Встречайте, это ваше любимое полотно, и называется оно джерси. Трикотажное вискозное полотно. И ты помнишь, когда я говорила о том, что сейчас многие производители добавляют вискозу именно во все ткани, потому что она дышит. И я хочу сказать, что это одна из самых комфортных тканей. Ткань джерси. Еще она матовая. А это значит, что ваше тело всегда будет выгодно и стройно подчеркнуто. А еще это модный кардиган. Давайте покажем сейчас, как он застегивается. Всего лишь на одну застежку. Свет, пока ты рассказывала о ткани, я уже добралась до самого вкусненького. Посмотрите, у нас двухсторонняя застежка. Ее можно застегивать как слева направо, получается, так, так и справа налево. Обрати внимание на то, что наша ткань джерси, конечно же, ты сказала, что она плотноватая, но она мягкая. И для того, чтобы не деформировать, и для того, чтобы украсить это изделие, наши дизайнеры придумали оригинальную застежку. Согласитесь, дорогие мои, любая мелочь, но так приятно, и эта мелочь будет выделять вас. Обратите внимание, дорогие друзья, что высококачественная ткань джерси в нашем кардигане Элеонор по потрясающей цене. А ты знаешь, Надя, что этот кардиган можно сочетать и с платьями? Ну, я догадываюсь, я сейчас обязательно примерю. А вообще хочу сказать, что очень дорого выглядит кардиган. Посмотри, какая фурнитура. Отлично, я хочу примерить этот кардиган прямо сейчас. 2990 рублей и... А позволь мне за тобой поухаживать, чтобы накинуть его тебе на плечи. Давай ручки вот сюда. Прямо в прямом эфире, дорогие друзья, мы показываем вам, как просто можно завершить образ женщины и сделать ее более роскошной. Надя сегодня выбирает стильное коралловое платье. Скажите, ведь чего-то здесь не хватает. Иди на подиум, дорогая моя, вместе с Любой. Вы продемонстрируете, что этот кардиган выглядит совершенно по-разному. У Любы у нас 52 размер, у Надежды 50. Надя сочетает с коралловым платьем, а Люба с блузой и классической юбкой. Кстати, обращаю внимание телезрителей на то, что мы с Любонькой не в одинаковых кардиганах. Нет, я знаю, как это важно для каждой женщины. У нас разные цвета. Я выбираю серую расцветку, а Люба выбирает коричневые полутона. И вы тоже можете сделать свой выбор. Кардиганы у нас есть до 64-го. Очень удобные рукава. И вообще он такой эластичный, не как пиджак. Ты знаешь, пиджаки обычно сковывают движение, а здесь очень удобно. И цена такая привлекательная. Поэтому действуйте, потому что за этими кардиганами уже выстроилась очередь. Я согласна с Надей, потому что многие женщины любят носить пиджаки, жакеты. Но согласитесь, костюмная ткань сковывает движение. Этого не произойдет с нашим кардиганом Элеонор. Посмотрите, как комфортно чувствуют себя девушки. Высококачественная ткань джерси, дорогие друзья. Удобный фасон. Длина изделия 79 сантиметров. И еще, дорогие друзья, этот кардиган будет носим и зимой, и осенью, и весной, и летом. Кардиган на все случаи жизни. От 50-го модницы,
Если вы носите 50-й, 52-й, 58-й, 60-й, даже 64-й, сейчас утро, пока еще все размеры есть, поэтому я знаю, что вы пьете кофе, может быть, готовите обед, отложите на секундочку, чтобы потом не забегаться и не забыть. Сейчас наберите наш номер, снимите трубку, дозвонитесь нашим операторам, они подскажут вам все нюансы, как правильно оформить свой заказ.